Хари Кришна, дорогие друзья! Сегодня у нас внеочередной выпуск, потому что произошло, как вы знаете, такое событие, связанное с этим коронавирусом, что начали вводить чрезвычайные меры. Я хотел на эту тему поговорить еще в более спокойной обстановке, пока я находился в Майяпуре, в Индии. Вот. Но здесь, как говорится, не все в нашей власти. У меня должен был быть билет на 23 марта, вернее, вылетать должен уже был. Но выяснилось, что 22 марта Индия закрывает все границы. Сначала говорят на неделю, но зная Индию, где неделя, там и две. А у меня в начале апреля заканчивалась виза, поэтому я решил не рисковать. И, короче говоря, пришлось покупать новый билет. Вот. И уже через Казахстан, через Алматы, там с двумя пересадками, короче говоря, мне пришлось быстро эвакуироваться из Индии. И вот вчера, 22 марта, я вернулся, и 22 марта же Индия закрыла границы и ввела комендантский час, не знаю, надолго ли. Вот, поэтому мой план в спокойной такой, знаете, цветущей зеленой атмосфере в Майяпуре, под пение птичек, в таком вальяжном стиле провести эту презентацию не удалось. И вот теперь я уже в другом совершенно окружении, в Москве. Вот, ну, как есть, так есть. У судьбы свои планы. Итак, что я хотел сегодня на эту тему сказать? Несколько моментов. Это то, что происходит, следствие, то есть видимые вещи, особенности нашей цивилизации, человеческий фактор, все эти вот наши передвижения, активный образ жизни, когда мы, сами того не желая, переносим различную инфекцию. Вот, это первый момент. Второй момент, о котором я хотел бы сказать, это причины возникновения этого вируса, что он рукотворный, нерукотворный, и несколько таких взглядов в историю на то, как это возникало и как эти вопросы решались, немножко астрологии тоже. И третий пункт – это что делать. Ну, из области непосредственно, что делать, вы, конечно, все знаете. Я не буду говорить долго про то, что нужно мыть руки и так далее. Вот, что делать в более глубинном смысле. Вот, как говорит Аюрведа о причинах подобных вещей. То есть люди, которые имеют духовное мировоззрение, они, естественно, имеют более глубинный взгляд на эту тему. Итак, пункт первый. Что происходит? По данным средств массовой информации, мы наблюдаем некоторую, так сказать, истерию. Не везде, конечно, она, но это видно, как люди начинают либо изолироваться, либо наоборот куда-то бежать, все скупать. Вот кто-то там, скажем, в такой панике закрывается. Очень небольшая активность сейчас в интернете по этому поводу. На улицах заметно меньше людей, но вот такая активность виртуальная у людей очень и очень выросла сейчас. Все активно обсуждают все эти вещи, разные методы избавления от этой пандемии и так далее. Итак, совершенно очевидно, что нынешний образ жизни, такая вот глобализация, когда открытые границы, люди более-менее легко перемещаются, в этом есть свои плюсы, но, как мы увидели, в этом есть и свои минусы, потому что неосознанно люди начинают становиться этими вот переносчиками вируса, и поэтому власти вынуждены вот этим вот передвижением положить некоторый предел, хотя бы на время, посмотреть, как оно будет происходить. И, в общем-то, Китай сейчас с этим уже почти справился. То есть все началось оттуда, вроде бы, они первые стали первой жертвой. Вот и сейчас весь мир в эту вершину, так сказать, пучину кризиса погружается, а китайцы уже выходят из нее. Они уже победители фактически. Вот благодаря железной дисциплине, благодаря жестким правилам и так далее, они сумели многие вещи решить. Первые вошли, первые вышли. Вот, поэтому у них уже есть много чему поучиться. Вот, значит, совершенно очевидно, что вот эти вот меры, которые вводятся в плане административном, то есть все эти там
мероприятия различные прекращаются, спортивные, культурные и так далее. Это все имеет серьезные причины, вот ограничение передвижения, поэтому к этим вещам нужно относиться с пониманием. Вот на самом деле, когда в 14 веке в Европе была вот эта эпидемия чумы, которая унесла в итоге где-то, по разным данным, от 30 до 50% населения Европы. Вот. А эта чума, она была побеждена не вакциной, которая в те времена не существовала, а она была побеждена именно административными методами, дисциплиной и административными методами, когда отделяли живых от здоровых, четко изолировали, карантины были введены и так далее, тоже ограничения на передвижение. Вот таким вот образом с течением времени эта проблема была решена. Поэтому метод, в принципе, испытанный. Вот, и поэтому здесь нужно понимать, что на администрацию, на руководителей обижаться не приходится. Понятно, что кому-то приходится покупать новые билеты, как мне в данном случае. Вот, все это нервов стоит, денег и так далее, но это жертвы, на которые приходится идти для того, чтобы избежать больших жертв. Другой момент, о котором я хотел сказать, это о причинах. На самом глубинном уровне, конечно, причинами всех этих эпидемий является греховность человека. А есть люди, которые говорят, что это вот, ну, заговоры какие-то, там лаборатории разрабатывают вирусы, опробуют их на людях и так далее. Одни говорят, что это вот китайцы, там они какую-то всякую пищу нечистую едят, это вот они во всем виноваты. Другие говорят, нет-нет, это вот американцы подставили китайцев, потому что Китай это как одна из, так сказать, сверхдержав будущего. Фактически она уже является сверхдержавой настоящего. Вот, и американцы, видя это, они пытаются им там какие-то подножки ставить, в частности, якобы они там разработали в Америке этот коронавирус и подкинули на этот рынок в Ухане, в Китае, и вот оттуда все якобы такое пошло. Я не являюсь ни сторонником, ни противником всех этих конспирологических теорий, потому что, как люди с духовным мировоззрением, мы должны мыслить шире, вот, и кроме всяких разных заговоров, которые вполне могут быть, вполне, может быть, они реальны, есть более высокий план Верховного, и поэтому все остальные заговоры или там какие-то планы, они всегда являются частью чего-то более масштабного. Вот. И поэтому я думаю, что Кришна просто учит нас через все эти ситуации, и поэтому мы не должны свой анализ ограничивать всякими разными вот такими вот уровнями правительства, там какие-то заговоры и так далее. Золотой миллиард хочет уничтожить там каких-то всех остальных, вот, чтобы себе оставить природу, этот чистый мир и так далее. Это все может быть до определенной степени, но всегда более глубинный анализ, он касается той ситуации, когда мы видим мир в связи с божественным планом. И интересно то, что Аюрведа объясняет, я как-то уже в одной из лекций говорил, но я повторюсь в связи с актуальностью этого момента, что причиной различных вот таких вот эпидемий является то, что люди прекращают поклоняться Верховному или даже хотя бы вот полубогам, которые являются представителями Верховного в этом мире, то есть администрация Вселенной. Фактически люди отворачиваются от этих высших сил, и, соответственно, эти высшие силы также зеркально отворачиваются от людей. И что же происходит? А поскольку наша природа, вся наша биосфера, она находится под контролем вот этих вот девот, полубогов, и в конце концов замыкается на Верховного, на Кришну, вот, то когда вот эта вот природа отворачивается от нас, поскольку мы отвернулись от нее, то теперь люди не получают достаточно энергии. То есть обычно пища, здоровое питание, здоровый образ жизни, они являются основой жизнестойкости человека, так называемого оджаса или иммунитета. И когда люди прекращают этот контакт с высшими силами, то эти высшие силы отворачиваются от них, и люди лишаются, соответственно, этой высшей поддержки. Теперь в пище мало праны, люди питаются, и пища не делает их сильнее, так какой-то минимум дает выживание. Вот. И поскольку они становятся слабыми, то теперь, когда появляются какие-то вот такие вот факторы,
инфекции всевозможные, тогда они очень легко могут уже действительно победить человека, разрушить его здоровье и даже привести к смерти. Вот так аюрведа объясняет все эти вещи. Вот. И поэтому, конечно же, есть всякие разные рекомендации, которые я чуть позже скажу, что там пить, что есть. Вот. Но не это важно. Это, опять же, такой не самый глубинный уровень. А самый глубинный уровень – это чтобы у нас через духовную жизнь, через духовную практику сохранялся контакт с высшим миром, с высшими силами. Вот это называется принципом яги или ритуала. Это ритуал, который связывает нас с Богом. Как вот мы потребляем все различные услуги, вода, свет, там, коммуникации и прочие какие-то разные вещи, и мы все за это платим. Мы считаем, что это нормально, потому что мы потребляем услуги. Точно так же этот мир – это тоже большое такое коммунальное хозяйство, где есть источники и света, и воды, и ветра, вентиляции, и вот этой вот праны, жизненные силы. Мы все это регулярно потребляем. Вот. Но мы забываем со своей стороны платить. Вот таким образом мы оказываемся в долгах, а должникам, мы знаем, в течение времени могут отключить воду, свет и все остальное. Вот точно так же все это происходит и во вселенском масштабе. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы задумались об этом, что не просто у нас какой-то там слабый иммунитет, нужно попить витамин С, витамин D, это без сомнения все нужно, вот, но на более глубоком уровне процессы происходят именно в связи с тем, насколько вот мы связаны с этим высшим миром. Также многие спрашивают, интересуются природой этого вируса, что он вообще из себя представляет. Это живое существо или это неживое существо? Само слово «вирус», оно происходит от латинского слова, так и звучит «вирус», и «вирус» буквально переводится как «яд». Вот. И яд – это очень интересное явление. Он вроде бы и живой, и неживой. Он живой в том смысле, что он проявляет свою активность, когда он находится на биологически активных поверхностях, то есть когда он в живых клетках находится. Когда он находится в неживых клетках, он долго не может сохранять свою целостность, поскольку это как вот некое химическое соединение. При какой-то там низкой или высокой температуре оно распадается, это соединение. Вот, поэтому можно сказать так, что это однозначно не живое существо, вирус не живое существо, потому что живое существо создать нельзя. Это невозможно создать живое существо. А вирус создать можно, как некое химическое соединение. То есть это некий такой инфекционный агент, который может даже воспроизводиться, но только в клетках, в живых. Когда он вне живого организма находится, он умирает. Именно по этой причине вот, и рекомендуется ограничивать общение, чтобы он не передавался. Вот. И когда он находится в организме человека, здесь в основном включается уже его иммунитет. Вот, конечно, здесь нужно понимать, что имеет место такой фактор, как индивидуальная карма. И тут, как говорится, кому-то суждено, кому-то не суждено. Один выздоровел, другой умер. Вот. Но смысл в том, что вирус является просто таким вот неким агентом, который кажется живым, когда он находится в живом организме. Но когда он находится вне живого организма, тогда он, естественно, просто остается этим вот химическим соединением. Вот. То есть он не живой, но его вот эта жизнестойкость, в кавычках жизнестойкость, то есть способность воспроизводить себя, зависит исключительно от его контакта с живыми организмами. Вот. Поэтому и говорится, что во время этих всех процессов желательно ограничить свое общение, чтобы он внутри себя мы смогли его победить, а чтобы дальше он не передавался. Вот. Ну и, конечно же, очень важна в этом плане гигиена, маски, регулярное мытье рук с мылом и так далее. В Америке даже какую-то там песня была, забыл, кто там ее пел, «I will survive», то есть «Я выживу, я останусь живым». Сейчас новый ролик сняли, значит, эта певица, она поет эту песню «I will survive», «Я выживу», и, значит, моет руки с мылом, всем показывает, так нужно себя вести, что именно вот эта вот гигиена, она гарантирует ей то, что она останется в живых. Вот. То есть это универсальный момент, и об этом, как я уже сказал, люди поняли, вернее, этот момент они уже поняли, когда была вот эта вот пандемия
в Европе в XIV веке. Вот, тогда еще люди тоже мыслили так немножко мистически, и они говорили, что вот эти вот миазмы это такие вот испарения ядовитые из болот, которые вызывали чуму, по мнению людей того времени. Эти миазмы, они связаны с негативным влиянием такой планеты, как Сатурн. Вот они были недалеки от истины в этом понимании, хотя ведическая астрология больше эти вещи связывает с другой планетой, с Раху, которая символизирует всевозможные яды, вот эти вот какие-то химическое, биологическое оружие, все эти новые технологии и так далее. Вот. Итак, где его сделали, кто его сделал и так далее, это все не имеет большого значения, вот, потому что что есть, то есть, с этим необходимо уже каким-то образом бороться. Вот. Итак, что, какие рекомендации можно людям дать? Вот, конечно, как я сказал, самое первое – это дисциплина, это гигиена, это изоляция, это постоянно быть в этом плане очень осторожным, в плане различных контактов. Если где-то вы были в каких-то местах, где есть вспышка этого вируса, и вы поехали в другое место, пожалуйста, так сказать, проявите дисциплину и действительно выждите то время, нужное 2 недели или сколько там в разных местах. Вот своего рода изоляция или карантин для того, чтобы не стать агентом распространения всего этого, вот, и посмотреть, развивается что-то или не развивается. Также очень важно это понять такой момент, что у всего этого существуют определенные внутренние причины. Я уже сказал о внутренней греховности человека. Но есть еще один момент. Это момент самой вот этой вот нашей цивилизации. Потому что нынешняя вот эта вот глобальная взаимозависимость одного с другим, она, с одной стороны, вроде бы удобна, да, что вот люди так спокойно там деньги из страны в страну переводят, перемещают сюда. Это дает очень много удобств, действительно. Вот. С другой стороны, когда вот такая вот существует очень сильная взаимозависимость, то какое-то одно звено в этой цепи ломается, и вся система зависает, понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что с одной стороны у современной цивилизации есть свои определенные плюсы, вот, но это также и делает ее слабой, вот, потому что кризис в каком-то одном месте, он благодаря всем этим связям очень быстро по цепной реакции распространяется на другие места и может наступать вот такой вот какой-то глобальный коллапс. Вот, когда люди в разных местах, вдруг они там где-то зависают, застревают из-за того, что все перестает вдруг летать, там двигаться, все закрывают границы, вот, и человек вообще нигде оказывается, без денег, без всего, вот, и его уже гонят из всех гостиниц, в которых он даже оплатил деньги, просто потому, что на него начинают смотреть, как на какого-то опасного распространителя какой-то там непонятной инфекции. Вот, поэтому это также время, когда мы можем задуматься о изначальном образе жизни, который существовал на этой земле, когда люди зависели не от искусственных систем, как сейчас, а когда они зависели от естественной экосистемы, которая создана Богом. Когда люди очень четко понимали, что мы зависим от Бога, от полубогов, от природы, от всех вот этих вот вещей. Вот, и если человек живет в гармонии вот с этой базовой изначальной цивилизацией, тогда фактически он подвержен кризисам в минимальной степени. Какие-то кризисы, они, конечно же, происходят всегда. Вот если вам интересно, у меня есть презентация, называется «Жизнь без кризисов», где эти вещи я рассматриваю более подробно, вот потому что вся жизнь, она такая вот волнообразная, и всегда есть какие-то взлеты и падения. Вот, и когда мы находимся внизу, называется кризисом, а когда мы находимся наверху, это обозначает какой-то вот этап успеха, развития. Вот, но в материальном мире эта амплитуда вот такая, она всегда есть, то больше, то меньше. Вот, поэтому искусственная цивилизация, когда мы оторвались от Бога, она делает эти кризисы более тяжелыми и более часто повторяющимися. А в то время как, если люди живут более естественным образом жизни, ближе к природе, ближе к Богу, тогда эти кризисы, они проходят значительно мягче, легче. Вот. Ну и, конечно же, мы можем ждать, когда вот этот кризис закончится, когда-то он закончится, но поскольку мы живем в системе, которая обречена на эти кризисы, то это, как говорится, ждем до следующего раза.
Вот. И в нашу эпоху это происходит достаточно часто. Вот. Я немножко скажу об астрологии, я, конечно, не буду вдаваться в детали, потому что это все сложно. Такие понятные вещи я скажу. Вот. Что нынешний кризис связан с этим вирусом, ну и в том числе, конечно, и финансы тоже, всякие разные обвалы национальной валюты и так далее. Это все связано не только там с какими-то рынками, там, что кто-то там, Саудовская Аравия объявила нефтяную войну или что-то еще. Это так, внешне все выглядит. Вот, то есть есть более глубинные причины. Вот известный индийский астролог Санджай Радх, он говорит, что вот эта конкретная ситуация, взрыв этой вот пандемии вируса и в том числе обвал на вот этих всех биржах, связанных с энергоресурсами, с нефтью. Это связано с тем, что, значит, в конце 19-го, начале 20-го года Юпитер, как планета удачи, планета такой защиты, оказалась зажатой между Сатурном, между Кету, это два таких сильных вредителя. Вот, и поэтому Юпитер потерял свою благотворную силу, и еще и с противоположной стороны он стал получать аспект от Раху. Вот, поэтому Юпитер сейчас слаб, а Раху, который отвечает как раз за всякие эти вот вирусы, за всякое распространение всякой вот этой вот заразы, за всякие вот заговоры и прочие вещи, он как раз сейчас на свободе, он находится в знаке близнецов, это близнецы, это знак воздушной стихии, то есть вирус передается по воздуху очень хорошо, легко и беспрепятственно, он сейчас буйствует, он сейчас на коне, вот. А Юпитер, планета удачи, она в таком очень зажатом состоянии находится. Вот. А если говорить еще более предметно в связи с Россией, то тут еще, кроме вот этого состояния, когда Юпитер оказался в зажатом состоянии, еще и начался Сади-Сати, это транзит Сатурна по натальной Луне в карте России. Вот. И все это еще на фоне периода Раху. Раху в России до 22 года будет продолжаться. Вот. Поэтому в карте России Раху соединен с Луной. И на эту Луну с Раху сейчас еще наехал Сатурн. Вот это вот как раз начало 2020 года. Поэтому в России особенно жестко чувствуются эти вот кризисные явления. Вот, и поэтому тут, как говорится, пришло время, пришла беда, открывай ворота, здесь ничего не поделаешь. Во внешнем плане мало что можно поделать, ну, кроме как вот ждать, когда вот эти вот моменты в какой-то степени ослабнут. Вот, и мы видим, что сейчас эта ситуация, она показала еще один важный момент. Каким образом людьми можно манипулировать при помощи страха? Мы знаем из ведической философии, что существует 4 базовых потребности живых организмов. Это питание, сон, секс, оборона. Вот, и оборона или желание быть защищенным, оно рождается из страха. Бхая буквально, на санскрите бхая. Отсюда русское слово бояться, бхаяться, бхая. Вот. И мы знаем, что из этих 4 потребностей, питание, сон, секс, оборона, вот этот вот страх или желание обороняться, оно самое сильное. Потому что когда человек сильно боится, он может забыть про все, про питание, про сон, и про вожделение свое, этот страх, он просто парализует его полностью. Вот. И мы видим, как это происходит. То есть страх запускает инстинкт самосохранения, и люди начинают прятаться или все там скупать, как-то там пытаться себя вот обезопасить и так далее. Вот. И когда люди находятся в состоянии страха, ими очень легко манипулировать, сказать там туда не ходи, значит сюда не ходи, потому что будет то, будет все. Вот. И мы видим, как это сейчас в действительности происходит. Вот. А планеты, вот эти вот небесные светила, они являются носителями определенных энергий, они просто поддерживают все эти процессы. Допустим, если немножко взгляд в историю, в 1998 году в России, это был летом в августе, известный дефолт, то есть когда за несколько дней буквально доллар там в 4 раза подорожал, я помню, что доллар стоил 6 рублей, потом он стал 24 рубля, вот, вот так вот все происходило удивительным образом. Вот. И тогда, если посмотреть, допустим, на расчеты астрологические, Юпитер, планета финансов, она тоже была в клещах, в соединении между Сатурном и Кету. Вот они с двух сторон этот Юпитер окружали, и поэтому были большие финансовые потери.
Вот, значит, вот такая была ситуация. Потом, это 98 год, потом в 2008 году, но Юпитер находился, это когда тоже финансовый кризис известный был, был в знаке падения в Козероге в соединении с Раху. Тоже вот когда поражен Юпитер, вот такие вот финансовые обычные обвалы всякие разные бывают. Сейчас, как я сказал, Юпитер находится в близком соединении с Сатурном рядом, и Кету поджимает его. Вот. И значит, все это достаточно долго будет продолжаться. Только где-то к концу марта 2021 года, то есть где-то через год примерно, Юпитер из этих вот клещей выйдет. Всякие там разные будут, конечно, под всякие процессы. Юпитер будет двигаться ретроградно, потом опять вперед, Сатурн тоже ретроградно, потом вперед. Вот, но в целом, вот это вот, то есть какие-то будут моменты, так сказать, чуть полегче, чуть потяжелее опять, но вот в полной мере только к концу марта 2021 года Юпитер выйдет из этих клещей. Вот, поэтому это то, что связано непосредственно с влиянием энергии планет. Теперь возникает естественный вопрос, как себя вести, потому что среди, вот, ну, в основном я, конечно, я на всю, на широкую аудиторию говорю эти вещи, вот, но в основном, конечно, я адресую свои выступления преданным Кришны, людям, которые духовно ориентированы. Но вот часто так бывает, я замечаю, что такая экзальтированная духовность, когда полностью все вот на Кришну мы полагаемся, часто она оборачивается некоторой, ну, неразумностью или непрактичностью в материальных вопросах. Вот. И вот отношение к подобным проблемам, оно где-то вот варьируется от такого, знаете, с одной стороны, полный скепсис или, как-то говорят, пофигизм такой, да, ерунда, что там за вирус, прорвемся, да, мелочи, вот, до какой-то паники и отчаяния на другой стороне, вот такая вот амплитуда, может быть, разных реакций. Вот, и что здесь делать, что здесь нужно делать? Нужно полагаться, естественно, на Всевышнего и использовать разум. Вот, то есть всегда решение где-то вот в сфере золотой середины лежит. Мы знаем, есть, сказать, пословица: «На Бога надейся, а сам не плашай». И Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне, что «всегда думай обо мне и сражайся». То есть «думай обо мне» обозначает при помощи духовной практики, молитвы, медитации мы связаны со Всевышним. Вот, это внутреннее. А на внешнем уровне человек продолжает выполнять свой долг, он действует. И так он говорит Арджуне: думай обо мне и сражайся. Вот, то есть у каждого из нас свое поле боя, свое поле деятельности. Вот мы своим долгом не пренебрегаем, продолжаем его выполнять, но при этом мы внутренне устанавливаем вот эту вот активную связь с Кришной. Также нужно помнить, что в Шримад Бхагаватам в самом начале говорится, что человек должен желать здоровой жизни. Вот, потому что когда у человека вот эта вот здоровая жизнь, ему легче духовно развиваться. Предназначение человека — задать вопрос об абсолютной истине. Когда он болен, когда он очень сильно чем-то там обеспокоен, ему сложно это делать. Вот, поэтому мы ценим здоровье не как вот, не какую-то самоценность, а в связи с тем, чтобы была нормальная возможность для духовного развития. Вот, ну, что касается советов, то их много. Кто-то говорит: имбирь ешьте с куркумой. Вчера я посмотрел один ролик из Индии, где рекомендуют вообще в навозе коровьем купаться. Целиком, прямо вообще с головой, прямо в такой ванне сидят несколько человек, и такие там вообще счастливые плещутся в этом навозе. А в этом что-то есть, хотя это может быть радикально, экстремально, мы тут столько навоза-то не найдем, да? Вот, но в действительности коровий навоз, он очень сильный антисептик, я вам скажу точно. И не обязательно, может быть, нырять в ванну с навозом, но вот если есть корова, если есть навоз, то можно натираться всем этим, вот, потом смывать все это, и это на самом деле усиливает иммунитет весьма. Вот. Ну, конечно же, носить маску, хотя с удивлением вчера ехал по Москве и видел, что большая часть людей без масок. Допустим, вот в той же Индии, там очень многие ходят в масках, ну, прямо видно, что большая часть. А здесь как раз большая часть без них. Ну, мне говорят, что вот их уже нету больше месяца и так далее. Вот.
разумная самоизоляция, вот, укрепление иммунитета. Вот, есть даже распоряжение GBC, этого высшего руководящего органа в обществе сознания Кришны. Вот, там говорится тоже, ну, такие вещи: соблюдайте чистоту, пейте витамины там, С и Д, ограничьте передвижение, типа там больше 3 не собираться, не передавайте в храме друг другу все эти цветочки там нюхать по очереди. Вот, православные рекомендуют не целовать иконы в храме, не целовать руки священникам, то есть на эти темы вводится временный запрет. Вот, и как я сказал, я сам вот только вчера прилетел из Индии, нахожусь на добровольной самоизоляции в течение 2 недель. Вот, и я думаю, что если мы будем следовать здравому смыслу, который уравновешивает вот зависимость от Кришны с одной стороны и исполнение наших собственных обязанностей, вот, то это должно дать оптимальный результат, потому что есть как какие-то вот такие вот глобальные процессы, которые мы контролировать не можем, но есть вещи, которые внутри этих глобальных процессов, мое какое-то вот индивидуальное поведение, эти вещи мы контролировать вполне можем. И поэтому я рекомендую в этом плане не просто так, знаете, сентиментально полагаться на Кришну, вот, а также предпринимать необходимые меры предосторожности, которые тоже могут нам помочь. Вот, как говорится, береженного Бог бережет. Вот, ну и я вам продемонстрирую этот простой, что называется, прибор, который, в общем-то, так сказать, может быть, не так в нем приятно и интересно ходить, но в какой-то степени иногда приходится вот такие вот вещи делать для того, чтобы как-то обезопасить себя. Большое всем спасибо, желаю вам здоровья, удачно пройти этот кризис. Харе Кришна!